новый тяжелый беспилотник XQ-67A совершил свой первый полет в феврале 2024 года. Он разрабатывается на средства ВВС США американской компанией General Atomics Aeronautical Systems и должен стать платформой для различных модификаций, выполняющих широкий спектр боевых задач. Программа OBSS засекречена, поэтому доступна ограниченная информация о конкретных возможностях или предполагаемом использовании XQ-67A. Предполагается, что использование одного шасси для размещения разных типов планера, оборудования и вооружений позволит уменьшить затраты на содержание беспилотников и даст возможность чаще модернизировать БПЛ. В воздух поднялась версия XQ-67A OBSS – внебортовая станция обнаружения, создаваемая для ведения разведки. Возможно, что данная модификация будет придаваться пилотируемым боевым самолетам в качестве вспомогательного аппарата. XQ-67A – это малозаметный дрон, предназначенный для выполнения миссий на большой высоте и дальности. Он имеет конструкцию треугольного крыла, один двигатель и внутренние отсеки для размещения оборудования или вооружения. Дрон также оснащен различными средствами обнаружения целей, включая радиолокационные, электрооптические, инфракрасные и радиоэлектронные системы. XQ-67A управляется дистанционно, но способен к автономному полету. Первый испытательный полет XQ-67A состоялся на авиабазе General Atomics в Грей-Батё, недалеко от Палмдейла, штат Калифорния.